В нынешнем году Бердск вновь в центре внимания любителей слэдж-хоккея. Здесь стартовал уже третий по счету межрегиональный турнир «Играй ярче». Организаторы подготовили для участников, их родителей и зрителей соревнований увлекательное шоу. Перед началом соревнований участников турнира приветствовало руководство отдела по физической культуре и спорту Бердска. Было отмечено, что ледовая площадка нашего города стала традиционным местом проведения подобных соревнований. Хочу пожелать всем, кто сегодня будет сражаться, все три дня будет сражаться, верить в себя, стремиться к победе и уверенно, все у вас обязательно получится. После напутственных слов состоялась официальная церемония вбрасывания шайбы. Отметим, что участникам «Сибирскому лису» из Бердска, «Новосибирскому Сибирь Слэдж» и «Мамонтятам Югры» из Ханты-Мансийска предстоит провести по две игры между собой. С соперниками из Югры бердчане встречались год назад. Гости приехали в наш город проверить свои возможности перед стартом крупных соревнований. В связи с коронавирусом, с этой эпидемией, мы толком и не тренировались, и не играли. Дети отвыкли. И это для нас будет как такой экзамен, подготовка к фестивалю. Мы посмотрим, как готова команда, над чем надо будет поработать, в каких сферах добавить. Первыми на лед Ледового дворца спорта вышли «Сибирский лис» и гости из Ханты-Мансийска. С первых минут игра проходила в обоюдоострых атаках команд. Первыми успеха добились «Мамонтята» Югры. Бердские слэш-хоккеисты не стали отсиживаться в обороне, раз за разом пытаясь найти удачу у ворот соперника. К концу первого периода им удалось сравнять счет. А в целом игра завершилась со счетом 4-1 в пользу гостей. «Игра ярче» – это заключительная часть серии турниров Новосибирской области. А уже через 10 дней «Сибирский лис» отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в слэдж-хоккейном турнире «Невский мост дружбы».